Девчонки, ох, носятся, ох, носятся. Я тут чай пью, они тыгдычат. Что, она спряталась, что ли, от тебя куда-то, Нюшка? Или ее очередь догонять? Они друг за дружкой. То одна одну гонит, вторую, то это ее. Уложили младших спать, и все, и давай беситься. Котятки вон там спят на полу у нас. Выползли сюда поближе на этот, на пледик. Не дадут спокойно посидеть мне. Это не сладкие наши. Сладкиши, малыши. Проснулись, скажи. Конечно, нас разбудили, скажи, эти кони. Девчонки. Ох, бесятся, ох, носятся. Это что такое? И они вот так вот постоянно. Они вечером, утром любят. Вот такая у них зарядка. Носятся. Сейчас маленькие начнут подрастать, они с ними будут бегать. Не понимают, что с маленькими так это как. Нельзя на равных. Но будут они все равно пытаться с ними бегать. Так, кто у нас тут? Кэти нашла мышку. Кэти нравится розовый цвет. Прям девочка-девочка. Милашки мои. Ну что, Нюшка? Звезда моя. Все, побегали? Успокоились? Или нет еще? Нет, скажи еще. Ты тут села на наш диван. Они, у них на этом диване происходит этот, как его, пересменка. Они любят на него запрыгнуть, на нем еще побороться.